Cetățenii moldoveni își anulează vacanțele de iarnă în străinătate. Agențiile de turism anunță că excursiile în țările calde nu mai sunt accesibile pentru turiștii cu venituri medii. Și stațiunile de schi au devenit mai scumpe. Hotelurile din România și Bulgaria și-au majorat prețurile în medie cu 30%. Mai multe despre schimbările din industria turismului în continuare. Agențiile de turism spun că cererea de sejururi de iarnă a scăzut dramatic. Spros вообще понизился, скажем так, не только на горный отдых, вообще на отдых как таковой. То есть если раньше в прошлом году Египет в это время был в дичайшем спросе, в этом году спрос очень сильно упал, очень много отказов, потому что люди, к сожалению, когда видят счета за свои коммунальные услуги, у них начинается истерика и паника, и они массово отменяют туры, потому что им просто невыгодно это. То есть они не могут себе позволить отдых, как раньше. Cei care își mai permit să meargă la odihnă iau doar un bilet într-o singură direcție. Ei consideră că e mai ieftin să depășească iarna în alte țări decât în Moldova. O astfel de decizie este luată de obicei de persoane sub 40 de ani care pot lucra la distanță. На данный момент мы увидели очень странную тенденцию, что если в прошлом году, например, дальние направления, то есть та же Азия, там Мальдивы, Бали, Занзибар не были настолько сильно востребованы. В этом году у людей очень востребованы они. То есть у нас туристы очень много почему-то скупают Бали. И многие скупают Бали с билетом в один конец. То есть они говорят о том, что когда мы спрашиваем обратно, они говорят, ну мы не знаем, насколько мы там останемся, будет ли выгодно нам приехать домой. Потому что, опять же, проживание на Бали, оно очень дешевое, самое дорогое – это перелет. În ceea ce privește sărbătorile de iarnă, Bucovelul din Carpații Ucraineni este deschis pentru turiști. În această stațiune, prețul pentru cazare și mâncare a scăzut cu 40%, dar încă nu există cerere. Ну, с учетом того, что Буковель, скажем так, война не сильно коснулась, то въезд, естественно, на Украину разрешен, он не был запрещен. Тот, кто хочет, свободно может ехать отдыхать в Буковель, естественно, на свой страх и риск. На данный момент организовали автобусный тур даже. Цены, естественно, понизились. Astăzi, turiștii preferă să-și petreacă vacanțele în munții din România sau Bulgaria. Основные предложения, если это горный отдых, да, если это лыжные катания и остальное, то это Брашов и Банск. То есть это Болгария и Румыния. Но Румыния может предложить, как и Болгария, от 3 до 5 до 10 дней автобусные туры, отели разного абсолютно класса, 3 звезд и до 5. Цены абсолютно разные, опять же, на любой карман. Подальше к подъемнику, естественно, дешевле, поближе к подъемнику дороже. Astfel, costul vacanțelor de iarnă în Bulgaria a crescut în medie cu 30%. Цены в связи с тем, что, опять же, очень много переселенцев в Болгарии, украинцев проживают на данный момент, и они едут отдыхать именно в курорты Банска, Помпорова и остальное. Мы увидели подъем цен, опять же, где-то в районе 30%. Costul vacanțelor în România este cuprins între 500 și 1000 de euro pentru 5 zile. În Bulgaria, vacanțele variază între 700 și 1400 de euro. Prețul include călătoria cu autocarul, cazarea și masa. Turiștii plătesc separat echipamentul de schi și biletele pentru teleschi.